Йен, маленький член? Нет, это все не так, как ты думаешь. Это специально для всех остальных. Эй, ребят, сегодня мы снимаем видео о том, как я называю людей в своем телефоне. У всех есть странные контакты в телефоне. Обычно это люди, которых вы плохо знаете, и поэтому они называются как-нибудь... Джессика, горячая штучка. Брэд, козел, с которым когда-то ходил на вечеринку. Итак, это все о том, как я назвал Йена, Йен маленький член. Да. Не основано на реальных фактах, что у него маленький член. Мы пытаемся узнать правду, почему назвал меня Йен маленький член. Попробуем узнать правду. Давайте снимем это дерьмо. Как насчет Йен лучший друг? Уже занято, Мэнди. Чё? Вау. Окей, как насчет... Йен Хикокс. Слишком похож твоего отца, который записал как отец Йена. Папа Йена, отец Йена. Какое самое странное имя у тебя в телефоне? Я никого никак странно не называл. Я скучный, просто использую их настоящие имена. У меня тут есть люди, которых записывал еще с тех времен, когда у меня был первый телефон раскладушка, и я не помню план людей отсюда. Так я не смотрел контакт, хотел что-нибудь удалить оттуда. Не, я слишком ленивый заняться. Если я напишу Райан, мне выйдут штук 50 этих Райанов. У меня, оказывается, есть контакт. Will DC. Я записал имя как Will, а фамилию как DC. Это один из хороших старых ютуберов. Они грубо ли кого-то называют маленький член? Нет, смотри, то, что поменьше, это Дик, а то, что побольше, это Ричард. Короткое имя, короткий человек. В этом и есть весь смысл. Нет, я вообще-то не это имел в виду. Ты назвал меня маленький член. Нет, я назвал ее по ее полному имени Мии Сан Ли. Так же проще. Ее имя так хорошо запоминается, потому что хорошо рифмуется, и не нужно никакое прозвище. К тому же я редко говорю с ней по телефону, обычно общаюсь через Snapchat. Ладно. Мы сейчас репетируем тут без Йена, потому что он ушел в ванну, я слышу, как он в туалете все пытается спускать. Я надеюсь, что все в порядке. Он просто уронил резиновую уточку в унитаз, пытается ее смыть. Он говорил, что использует много туалетной бумаги, пока не начнет кровоточить. Тщательно. Эй! Там много плескалось. Что-то случилось? Ча? Это было один раз. Как я и говорил. Это было всего один раз, когда я мыл руки. Я видел его один раз, когда писал рядом со мной. Он действительно маленький. У меня просто был плохой день. Твой член уменьшается, когда плохой день. Да, у члена есть перепад настроения. Ты никогда не слышал о таком? Нет, я считаю, что ты выдумал. Ты все так девушкам говоришь. Ты всегда девушкам объясняешь. Я из тех, кто делает, а не болтает. А делаю я это только тогда, когда мне грустно. Короткое имя, короткий член. Нет. Так это так работает? Да. Так ты у меня и правда маленький? Я знаю, поэтому тебя зовут Йен. Ну ладно. Почему тебе не назвать меня лучший друг Йен? Это уже занято, Мэнди. Чё? Ее лучшего друга зовут Йен, который очень-очень клёвый. Конечно, как я до этого не додумался? Нет ущерба, нет проблем. Теперь я готовлю телефон ко всем звонкам, которые мы будем делать. Вот картинка, которую выбрал для мамы Йена. Я хотел сначала выбрать вот эту фотографию, где у нее на лице какая-то зеленая фигня, но тут трудно понять, что это она. И пришлось поискать еще. Взгляните на это. Маленький Корки пытается плавать в бассейне. Какой глупый Корки. Мне еще вот это нравится, может быть ее использовать? Может быть мы использовать вот эту? Мама Йена, моего лучшего друга Йена Хикокса, у которого маленький член? Картинка такая пугающая. Да, да. Давай просто сравним. Сравним? Что меньше? Авокадо? Кумват? Кумват, да. Да, он меньше по сравнению с кумватом. Об этом я и подумал. Ну вот мы и рассказали с тем никнеймом в телефоне Энтони. Нам и надо будет так буквально назвать видео, да? Да. А какое у вас самое пресловутое имя в вашем телефоне? Напишите в комментариях. Например, Бобби Вонючий Член. Может, за этим есть какая-нибудь смешная история? Мы снимали это видео целых 3 дня. Каждая сцена занимала по 5 часов настроек. Освещение, ракурсы. Ладно, ребята, спасибо, что посмотрели. Увидимся на следующей неделе на канале Смаш. Перевела Алена Лопатина, озвучили Антон Дмитрий Мальтера. Не забудь добавить это видео к себе, так что понимаешь, группу Смош ВКонтакте, vk.com/Смош. Ссылки есть в описании под этим видео. Ага. Hungry as hell. Do you want to have dinner and sex? I'm horny as hell.